Уважаемые коллеги, время 16 часов. Прошу приготовиться к регистрации. Включите режим регистрации. Покажите результат. Кворум имеется. Продолжаем работу. Коллеги, у нас на фиксированное время три законопроекта: 52, 53 и 54. По 52 и 53 они на одну и ту же тему и один и тот же докладчик. Он просит дать ему согласие выступить с одним докладом по двум законопроектам. Нет возражений? Объявляю. 52 законопроект. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 53-й законопроект. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 3.5 и статью 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Андрей Константинович Луговой. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается проекты федеральных законов о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также о внесении изменений в статью 3.5 и статью 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Анализ имеющейся информации свидетельствует о необходимости поиска более эффективных способов противодействия несанкционированным проникновениям, в том числе с использованием подземных коммуникаций на объекты территории, представляющие важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и государства. Речь идет об объектах транспортной инфраструктуры, ракетно-космической промышленности и топливно-энергетического комплекса. В ходе таких проникновений не исключена возможность получения информации о технических характеристиках, состоянии оснащенности, организации охраны и системы сигнализации объектов, а также о местах, как сопряженных с иными подземными сооружениями. В результате этого указанная информация, в ряде случаев содержащая сведения, составляющие государственную тайну, может как размещаться в сети интернет, так и передаваться иностранным спецслужбам. Лица, совершающие такие деяния, также являются объектами заинтересованности представителей экстремистских организаций, что может способствовать совершению диверсионных и террористических актов. Размер санкций статьи 20.17 Кодекса правонарушений, а это штраф от 300 до 500 рублей, не соответствует характеру и степени общественной опасности подобных деяний и не обеспечивает эффективность их профилактики, что подтверждается имеющимися статистическими данными. За период с 2010 года по настоящее время зафиксировано более 300 несанкционированных проникновений на охраняемые объекты с использованием подземных коммуникаций. При этом в последнее время прослеживается тенденция к увеличению количества таких проникновений на режимные, особо режимные объекты и, например, на территорию Кремля. В том числе с использованием специальной экипировки, а также фото- и видеоаппаратуры. Отдельными лицами также такие проникновения совершаются неоднократно. Для решения указанной проблемы предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей, которая предусматривает уголовную ответственность за самовольное проникновение на охраняемые объекты после дважды совершенного аналогичного административного правонарушения. Корреспондирующие изменения предусматриваются и в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе ужесточающая ответственность за подобные правонарушения вплоть до ареста на срок до 15 суток с конфискацией орудия совершения административного правонарушения, включая фото- и видеоаппаратуру. Необходимо отметить, что при подготовке законопроектов учитывается также зарубежный опыт, который идет по пути криминализации и ужесточения наказаний за нарушения в этой области. Принятие федеральных законов не потребует признания утратившей силу при остановлении изменений или принятия федеральных законов на нормативных правовых актах президента, правительства и не повлечет расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. На законопроекты получены положительные отзывы. Есть ряд замечаний, которые ко второму чтению вполне могут устранимы. Спасибо. Спасибо, Андрей Константинович. Присаживайтесь. По 52-му вопросу с докладом выступает Рафаэль Мирхатимович Марданшин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, как уже было сказано, направлен на совершенствование мер ответственности, применяемых к лицам,
осуществляющим самовольное проникновение на охраняемые объекты, в том числе представляющие важное значение для функционирования систем жизнеобеспечения населения. Указанным законопроектом предлагается Уголовный кодекс Российской Федерации дополнить новой статьей 213.1, устанавливающей ответственность за неоднократное самовольное проникновение в подземные или подводные сооружения объектов, охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом под неоднократным самовольным проникновением в подземные или подводные сооружения охраняемых объектов признается совершение указанного деяния лицом, ранее привлекающимся к административной ответственности за совершение аналогичного деяния в течение 2 лет. Комитет данный законопроект, концепцию законопроекта поддерживает, поскольку указанные меры правовой защиты повысят защищенность населения от террористических и иных криминальных угроз. На данный законопроект имеется официальный отзыв Верховного суда Российской Федерации. Данный законопроект поддерживается при условии, что будут устранены замечания Верховного суда ко второму чтению. Комитет поддерживает законопроект и просит Государственную Думу поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо, присаживайтесь. С докладом по 53 пункту выступает Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет полностью соглашается с авторами законопроекта и представляется целесообразно усиление ответственности за правонарушения, связанные с самовольным проектом на проникновением на охраняемый в установленном порядке объект. Предлагаемые меры позволят сократить число такого рода случаев. Просим принять законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? А, есть вопрос, извините. Юрий Петрович Синельчиков, один вопрос. Вопрос к Андрею Константиновичу. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас случаев, когда бы наступили общественно опасные последствия после проникновения на подземные подводные объекты? Я имею в виду случаи терактов или случаи, когда получили эти лица какие-то данные, являющиеся государственными секретами и так далее. Спасибо. Депутат Луговому, включите микрофон. Да, спасибо. Ну, слава богу, у нас последствий таких до сих пор не наступило. Но учитывая, что частота такого проникновения увеличится, мы даже в сетях интернета можем, допустим, наблюдать съемки диггеров, которые проникали на территорию особо важных охраняемых объектов через подземные сооружения. К сожалению, они были не установлены, но тем не менее такая опасность существует, особенно в нынешней такой серьезной антитеррористической угрозе. Спасибо. Спасибо. Будут ли желающие выступить? Юрий Петрович Синельчиков, других желающих нет. Включите микрофон депутату Синельчикову. Уважаемые коллеги, фракция не может поддержать первый законопроект ввиду неопределенности ряда положений, что может привести к произволу при применении уголовной ответственности. Законопроект вводит весьма неопределенные понятия подземные или подводные сооружения. При этом совершенно непонятно, почему не вводится такая же ответственность за проникновение на надземные и надводные сооружения, ибо последствия проникновения на них могут быть не менее опасными. Обращаю внимание, что теракты совершаются в основном на поверхности, а не под землей. Ну, исключение – это вагоны метро, но это не то, о чем говорит законопроект. Второе. В проекте указано, что проникновение совершается самовольно и ничего не говорится о форме вины. Однако, по нашему мнению, если ставить вопрос о введении уголовной ответственности, то лишь в случае совершения деяния с прямым умыслом. Между тем, в своих интервью в СМИ любители подземных прогулок иногда сообщали, что в результате таких путешествий они совершенно непроизвольно оказывались под охраняемыми объектами. В законопроект, в-третьих, вводятся неопределенные в законах понятия объекты, охраняемые в соответствии с законодательством РФ. Что в данном случае понимается под законодательством? Только Конституция, законы России, Российской Федерации, законы субъектов или все же все законы и иные нормативные акты. В-четвертых, введение уголовной ответственности за повторный такой проступок приведет к неразберихе в оценке органами расследования и судом первого правонарушения.
Из-за упрощенного административного производства многие обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, которые определены в статье 73 УПК России, не будут установлены по первому деянию, в том числе и форма вины путешественника. А это не позволит привлечь его к уголовной ответственности. К тому же за административные правонарушения будут привлекаться лица, привлеченные за проникновение на объект, охраняемым в установленном порядке. А уголовная ответственность должна будет наступать за проникновение на объект, охраняемым в соответствии с законодательством. Это совершенно разные вещи. В-пятых, согласно законопроекту, состав рассматриваемого преступления предполагает наступление ответственности при условии привлечения лица ранее к административной ответственности в течение 2 лет. Однако в соответствии с КОАП лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения 1 года, со дня окончания исполнения данного постановления. Ну и последнее. Авторы ничего не сообщили об общественной опасности этого деяния. Мы выяснили, что случаев, когда бы кто-то проник и наступили бы какие-то последствия, нет. И почему в данной ситуации недостаточно мер административной ответственности? Может быть, надо повысить ее, и, может быть, надо установить... Добавьте минуту. Пожалуйста. Да, может быть, надо все-таки в этой связи скорректировать 2-й акт и предусмотреть 2-й законодательный законопроект и предусмотреть административную ответственность не только повышенную, не только в тех случаях, когда человек проникает на подводные и подземные объекты, но во всех случаях, когда проникает на охраняемый объект. Предлагаемый законопроект не пригоден в принципе. Мы вполне допускаем, что принимать уголовный закон для наведения порядка на охраняемых объектах необходимо, однако не таким упрощенным способом. Не исключаем того, что в случае принятия законопроекта сегодня фракция сможет проголосовать за него при последующих чтениях, но лишь при условии, что его удастся изменить принципиально. Спасибо. Спасибо. Андрей Константинович, будете выступать заключительным словом? Нет, Рафаэль Мирхатимович. Депутат Марданшинов, включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» поддерживает оба законопроекта и законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части совершенствования мер юридической ответственности, применяемых к лицам, осуществляющим самовольное проникновение на охраняемые объекты, а также проект федерального закона о внесении изменений в статью 3.5 и статью 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так как данные законопроекты, они направлены на обеспечение правовой защищенности стратегически важных объектов инфраструктуры, и особенно подземных и подводных сооружений. То, что, на что обратил внимание Юрий Петрович, что нет понятия более четких подземных, подводных сооружений и надземных сооружений, на это же обратил внимание, и есть замечание Верховного суда и правительства Российской Федерации, но данный законопроект поддерживается с учетом того, что это можно дополнить ко 2-му чтению, в связи с чем фракция «Единая Россия» просит поддержать данные законопроекты в 1-м чтении. Спасибо, Владимир Николаевич. Нет, не будут. Выносим эти 2 вопроса на час голосования. 54-й вопрос. Проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения ракетном нападении. Докладывает Николай Александрович Панков, статс-секретарь, заместитель министра обороны. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение выносится проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Узел Балхаш включает в себя радиолокационную станцию, являющуюся важным элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении. Она предназначена для ведения непрерывной разведки космического пространства, а также автоматического обнаружения пусков баллистических ракет на юго-восточном стратегическом воздушно-космическом направлении. В соответствии с соглашением, узел Балхаш и земельные участки, на которых он расположен,
передаются российской стороне, и это я подчеркиваю, на безвозмездной основе. Соглашение определяет условия и порядок его дальнейшего использования. Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью автоматического продления на 3-летние периоды. Вступление в силу соглашения позволяет сохранить узел Балхаш в составе российской СПРН и обеспечить российское военное присутствие в регионе. В соответствии с законодательством Российской Федерации соглашение подлежит ратификации, поскольку затрагивает вопросы обороноспособности нашей страны. Проект федерального закона соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иным международным договорам Российской Федерации. Дополнительных расходов средств федерального бюджета по реализации соглашения не потребуется. Уважаемые депутаты, прошу поддержать. Спасибо, Николай Александрович. Присаживайтесь. За докладом выступает Роберт Александрович Шлегель. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об условиях передачи и порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении окажет позитивное влияние на развитие и укрепление наших дружественных отношений и будет способствовать сотрудничеству в деле создания единой системы обороны интеграционного пространства ЕАЭС. Ратификация данного соглашения не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Положительные заключения поступили от Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, а также от соисполнителя Комитета Государственной Думы по обороне. Со стороны Счетной палаты и Правового управления Государственной Думы замечания отсутствуют. Комитет рекомендует поддержать ратификацию данного соглашения. Спасибо. Спасибо, Роберт Александрович. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? Тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. Коллеги, продолжаем обсуждение 39-го вопроса. Мы остановились на выступлении депутатов. Первым выступает депутат Крупенников Владимир Александрович. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» поддерживает принятие данного законопроекта. Представленный проект федерального закона развивает положение законодательства, направленное на повышение уровня информационной безопасности Российской Федерации. Законопроект призван обеспечить прозрачность финансовых потоков, имеющих иностранное происхождение и поступающих на счета издательств и редакции средств массовой информации. Введение предложенного механизма предоставит гражданам и всем заинтересованным лицам гораздо лучше ориентироваться в предлагаемых средствах массовой информации точках зрения на происходящее событие с учетом источников их финансирования. Вводимая законопроектом административная ответственность за непредоставление издателям или редакции средств массовой информации сведений о получении денежных средств или иного имущества иностранного происхождения призвана обеспечить правовую жизнеспособность предлагаемых норм. Ну и от себя я хотел бы сказать, что, конечно, бы очень хотелось бы, чтобы вот эта информация, которая будет поступать в Роскомнадзор, действительно была доступна широкой общественности, возможно, в виде, может быть, какой-то сводной таблицы на сайте ведомства, чтобы граждане могли видеть, какие издания у нас получают средства массовой информации, получают зарубежное финансирование и в каком объеме. Фракция поддерживает принятие данного законопроекта в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович. Александр Николаевич Шерин. 7 минут поставьте. Уважаемые коллеги, ну, несомненно, фракция ЛДПР поддерживает данную законодательную инициативу. Ну, и, наверное, для того, чтобы продолжить эту тему о средствах массовой информации, о роли и месте информации, а также депутатов Государственной Думы, хотелось бы обратить особое внимание председателей профильных кабинетов, чтобы они рассмотрели ситуацию в контексте, в том числе и средств массовой информации, которые работают внутри Российской Федерации, возможно, даже финансируются за счет бюджетов различного уровня, отвечали за объективность и полноту информации, которую они дают нашим уважаемым избирателям. И вот только что у нас состоялось с вами очень значимое событие, мероприятие, совместное заседание двух палат, и роль
депутатского корпуса, членов Совета Федерации. Сложно переоценить в этом смысле. И очень много говорилось об объединении и консолидации общества. И в этом смысле средства массовой информации играют очень значительную роль. Я хотел бы вам привести один нелицеприятный пример. Естественно, я по нему буду обращаться в Федеральную антимонопольную службу, возможно, и в прокуратуру. К чему это говорю вам? Для того, чтобы мы с вами, коллеги, депутаты, невзирая на нашу фракционную принадлежность, уважали не только своих избирателей, но и свой статус. Ибо если человек не уважает себя, то сложно добиться, чтобы его уважали другие. Нам предстоит с вами региональная неделя. Мы с вами выезжаем в регионы, и основная задача депутатов, в частности депутатов фракции ЛДПР, это встреча с избирателями, потому что мы, депутаты, являемся рупором простого народа, выслушиваем пожелания избирателей и выходим на трибуну Государственной Думы, высказываем те проблемы, которые существуют, соответственно, вносим законодательные инициативы, федеральные законы. Скорее всего, не всем нравится то, о чем говорят депутаты фракции ЛДПР. Для более широкого освещения своей деятельности и сбора избирателей на прием граждан, естественно, депутат, наверное, должен воспользоваться правом размещения информации о своем приезде в тот или иной район средствами массовой информации. Ну что проще, дать объявление в районную газету. Что, в принципе, я и попытался сделать. Слава Богу, на территории нашего субъекта Российской Федерации есть государственное предприятие «Пресса», которому подчиняются 25 районных газет. И как раз вспомнил Романа Юрьевича, когда он говорил о том, что депутаты некоторые неинтересны. Ну, думаю, если неинтересен, готов заплатить о том, что планирую встретиться с избирателями в том или ином месте. Суть объявления простая. Такого-то числа, во столько-то, в том-то месте жду. Приходите, уважаемые избиратели, пообщаемся, расскажете о своих проблемах. И специально сделал договор на депутата Государственной Думы, что вдруг не в курсе люди, что я уже депутат Госдумы. И договор мне дали с синими печатями, подписями, написаны мои данные. Действительно подтверждают депутат Государственной Думы. И дают мне документ, в котором указаны расценки. И хочу зачитать. Интересно просто, может быть, это позиция федерального руководства, с чего они вдруг так главу региона подставляют. Дополнительные условия стоимости квадратного сантиметра. Я для вас, коллеги, читаю, на всякий случай. Информационные материалы от депутатов Государственной Думы и политических партий вне периода избирательных кампаний. Это еще вне периода. Коэффициент 17. То есть квадратный сантиметр в газете, допустим, «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» будет вам стоить 32 сантиметра. А в районной газете «Приокская новь», «Скопинский вестник» будет стоить 421 рубль за квадратный сантиметр. Итак, мне выставляется счет на опубликование 4 объявлений размерами 7 на 7 сантиметров на сумму 122 570 рублей. Извините, решил ограничиться расклеиванием просто объявлений. Я готов к диалогу, я готов общаться, я готов рекламировать любой регион, особенно свой, я его очень люблю. Но я готов также отставить интересы депутатов различных политических партий на то, чтобы у них была равная возможность средствам массовой информации освещать свою деятельность. К чему я этот привожу пример? Мы должны опубликовывать информацию о том, какие газеты финансируются из-за рубежа. Но мы также должны, коллеги, не забывать о том, что те средства массовой информации, которые поддерживаются за счет региональных и федеральных бюджетов, а какую они прилагают роль и усилия для того, чтобы собственными силами заработать денежные средства, чтобы понизить нагрузку на бюджеты регионов. Депутат Государственной Думы готов дать объявление. Но для физического частного лица объявление в этой газете стоит 300 рублей. Но моя вина оказывается в том, и я не совсем доразвит в этом смысле, в том, что я являюсь депутатом Госдумы. И для таких целей, предназначенных для того, чтобы ненужные элементы, видимо, не попадали в газеты районные, выходящие один раз в неделю, тиражом аж целых 1500 экземпляров, там коэффициент для депутата Госдумы 17 и для представителей политических партий. У нас есть закон о статусе депутата Государственной Думы, есть закон о политических партиях. Соответственно, мы в законе, мы вполне полноправные представители и субъекты права Российской Федерации. Поэтому надо начинать с себя, надо навести
порядок в средствах массовой информации внутри нашей страны, чтобы было равное отношение к освещению деятельности депутатов хотя бы Государственной Думы, начнем с нашего органа законодательного высшего, невзирая на политическую принадлежность. Поэтому очень хороший закон. Мы, естественно, его поддержим и призываем вас, коллеги, поддержать. Но я хочу всех заинтересованных лиц, кто сегодня услышал, может быть, не совсем относящийся к этому законопроекту, спич в том, что настолько топорно работать в отношении затыкания рта депутатам не парламентского большинства, ну, наверное, глупо. Поэтому я призываю всех представителей средств массовой информации делить свою профессиональную принадлежность каким-то вопросам политических пристрастий и конъюнктур на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. Вадим Евгеньевич, будете выступать с заключительным словом? Нет. Леонид Леонидович? Тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. 35-й пункт порядка работы. Проект федерального закона о признании утратившими силу отдельных положений федерального закона о некоммерческих организациях и федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о некоммерческих организациях и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Докладывает Сергей Анатольевич Старчак, заместитель министра финансов. Уважаемые депутаты, я не буду зачитывать название законопроекта. Вы сами, наверное, услышали, это достаточно длинный законопроект. И смысл законопроекта состоит в том, чтобы устранить из закона, или нет, точнее, из поправок к закону о некоммерческих организациях, принятых в 2010 году, нормы, которые носят обязательный характер и которые предусматривала создание специального механизма контроля со стороны исполнительной власти за заимствованиями, зарубежными заимствованиями предприятий корпоративного сектора, прежде всего предприятий с государственным участием и государственных корпораций. В результате проработки, более глубокой проработки этого вопроса после того, как норма была принята, она была принята на фоне разруливания ситуации, возникшей после глобального финансового кризиса, выяснилось, что соответствующий порядок разработан, действует и эффективно используется для мониторинга долговой устойчивости Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации. Мы на эту информацию опираемся в анализе долговой устойчивости, анализа, который нам необходим для принятия решений в сфере государственных, внутренних и внешних заимствований. В целом, норма, о которой идет речь, оказалась избыточной, хотя бы потому, что для целей регулирования долговой устойчивости госкорпораций используются наблюдательные советы этих институтов, с помощью которых соответствующие решения могут приниматься в том русле, как считает исполнительная власть. В этой связи наше правительство разработало и поддержало ранее внесенное предложение Министерства финансов о том, чтобы императивную норму из закона, ориентированную на работу на финансовых рынках, но оказавшуюся в законе о некоммерческих организациях, что само по себе достаточно странное явление, убрать, имея в виду, что принятие этого закона ни в коем случае не уменьшит возможности правительства Российской Федерации мониторить, а в случае необходимости контролировать заимствования корпораций государственных или предприятий с государственным участием, и тем самым не допускать их ухудшения их финансового состояния и ставить под угрозу государственные финансовые ресурсы. Для вашего сведения сообщаю, что за последние три года внешний долг негосударственного сектора Российской Федерации уменьшился с 732 миллиардов до 521 миллиарда долларов. К концу текущего года, по оценке, повторюсь, Банка России, эта сумма уменьшится еще до 500 миллиардов долларов. Это означает, что, несмотря на опасения, корпоративный сектор справляется с долговой нагрузкой и является финансовым, в целом является финансовым устойчивым. Спасибо. Спасибо. Со доклада выступает Ярослав Евгеньевич Нилов. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, комитет оказался в очень непростой ситуации. Мы больше года занимались этим законопроектом. Попал он нам только потому, что изменяется закон о некоммерческих организациях, учитывая, что госкорпорация является одной из форм
некоммерческих организаций. Но благодаря этому закону многие члены нашего комитета стали большими специалистами в области межбанковских операций, финансовых рынков, заимствований и прочее. Мы решили сделать так, чтобы палата сама определилась голосованием, потому что больше года занимаясь этим вопросом, мы увидели разные позиции. Счетная палата, она считает, что не надо исключать эту норму. Сегодня она не нужна, потом она может быть нужна. С правительством можно согласиться, что учитывая, что сегодня всего, там, по-моему, 5 или 6 госкорпораций, которые не нуждаются в этой норме, ну, сегодня действительно, может быть, это не нужно. Что будет завтра, не знаем. Комитет по финансовому рынку ранее дал, как соисполнитель, отрицательное заключение. Комитет по бюджету дал тоже отрицательное заключение. Поэтому мы приняли решение, как специалисты больше в области религиозных вопросов, вопросов действия некоммерческих организаций, не принимать решение ни о поддержке, ни об отклонении. Поэтому, уважаемые депутаты, исходя из всего, что было сказано, просьба определиться голосованием судьбой этого законопроекта. Спасибо. Спасибо, Ярослав Евгеньевич. Коллеги, есть ли вопросы? Есть. Александр Георгиевич Тарновский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Сергей Анатольевич, все-таки из вашего выступления до конца не ясно. Поясните, пожалуйста, сейчас правительство должно создать специальный механизм контроля за вложениями, за заимствованиями иностранных наших госкорпораций, госкомпаний в иностранной валюте. Правительство хочет, чтобы у нее не было такого права, но при этом оно говорит, что оно и так может контролировать эту ситуацию. Но получается, обязанности не будет, и правительство иногда сможет, а но обязанности у нее такой нет. То есть она, правительство устраняется от, де-факто от контроля. Захочет – будет контролировать, захочет – не будет. Вообще мы так эту ситуацию понимаем, потому что очень противоречивая позиция правительства, тем более, что вы предлагаете внести дополнительные нормы в другие законопроекты, но вы не вносите эти законопроекты. Поясните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Изначально решение было принято не совсем корректное, неудачное. Норма оказалась избыточная. Мы в Министерстве финансов соответствующий порядок разработали и начали его согласовывать, вышли на высокий уровень согласования. Однако в конечном итоге увидели, что есть более эффективный и более надежный способ обеспечить решение той задачи, о которой вы говорите, задачи контроля за внешними заимствованиями государственных корпораций. Не в смысле решение за них или вместо них привлекать иностранную суду, не привлекать, а в смысле того, насколько эти заимствования влияют на долговую устойчивость экономики Российской Федерации в целом. Наиболее эффективный механизм – это механизм, который находится в руках Банка России, прежде всего механизм, связанный с системой отчетности, которую обеспечивает законом, связанным с предоставлением отчетности по линии главных заемщиков, это коммерческие банки, плюс в ходе взаимодействия Министерства финансов и Банка России была создана сеть соглашений между банком и небанковскими организациями, активными участниками международных финансовых рынков, в соответствии с которыми происходит обмен информацией с учетом того, что эта информация носит конфиденциальный характер. Таким образом, механизм, в центре которого стоит Центральный банк, существует. По нашему мнению, он надежен. Мы полностью на него опираемся, а через Министерство финансов на этот механизм опирается и может использоваться в любой момент правительство Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Других вопросов нет? Нет. Кто хотел бы выступить? Есть вопрос. Валентин Сергеевич Шурчанов. Да, спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Сергей Анатольевич, вот попутно объясните, пожалуйста, вы с таким большим оптимизмом высказали, что у нас внешний долг корпораций и государственных организаций уменьшается с 700 там, с лишним миллиардов до 500, но в условиях падения курса рубля два раза для всех предприятий страны и для финансовой нашей системы, по сути дела, нагрузка растет.
Вот генеральный директор, недавно встречались, он говорит, я вроде уже расплатился кредитом с Франции, а теперь, получается, опять нужно дополнительно искать деньги, чтобы окончательно додавить. Мне кажется, у нас положение улучшается, ухудшается. Спасибо. Ситуация, как она развивалась с точки зрения заимствования корпоративного сектора, была такая, что главными заемщиками выступили предприятия, имеющие устойчивую валютную выручку. Вот я не буду их перечислять поименно, но вы, конечно, представляете, о ком идет речь. Вот с точки зрения этих предприятий никаких проблем не возникло, что и доказал период всего лишь 2,5 лет, когда треть обязательств была выполнена без влияния на устойчивость самих этих предприятий. Это очень мощный показатель. Конечно, было бы лучше, если бы у предприятий имелась возможность рефинансировать этот долг и ликвидность использовать для развития предпринимательства в Российской Федерации. Но в условиях закрытых рынков это не получилось. Предприятия изыскали возможность погасить этот долг. Более того, в этот сложный период Центральный банк создал ряд механизмов поддержки предприятий, имеющих иностранный долг, с помощью его особых инструментов предоставления валютной ликвидности. В материалах, которые банк предоставил нам, мы предоставили в Государственную Думу, эти механизмы описываются, это достаточно сложные технические механизмы, я не буду о них останавливаться, но главное, что они есть, и Центральный банк говорит, что в любой момент, в случае необходимости, такую ликвидность он предоставит. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич. Коллеги, кто хотел бы выступить, прошу записаться, включите режим. Покажите список. Михаил Юрьевич Маркелов. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, я бы хотел остановиться вот на чем, учитывая выступление Ярослава Евгеньевича Нилова, который говорил о том, что комитет не определился, и нам надо здесь, естественно, принять решение. Я хочу сказать, что вот достаточно подробно остановился в своем докладе Сергей Анатольевич на законопроекте. Но вот важный момент, на мой взгляд, в том, что государственные корпорации, сегодня государственные компании, не являются все-таки основными российскими участниками внешнего рынка заемного капитала. И в структуре внешнего долга российского корпоративного сектора на указанных заемщиков приходится лишь незначительная доля обязательств, которые выражаются в иностранной валюте. И на текущем этапе из всех госкорпораций только лишь Внешэкономбанк осуществляет такого рода вот внешние заимствования. Также государственные корпорации осуществляют свою деятельность на основании отдельных федеральных законов, в связи с чем регламентирование вопросов их деятельности в части, которая касается заимствований в иностранной валюте, потребует внесения существенных изменений в действующую нормативную базу. Вот в связи с вышеизложенным, то, о чем говорил сегодня уважаемый докладчик, надо признать утратившим силу отдельные пункты федеральных законов. И здесь, я думаю, нет никаких поводов или препятствий для того, чтобы этот закон не принимать. Фракция «Единая Россия» будет поддерживать этот законопроект. Спасибо. Спасибо, Александр Георгиевич Тарнавский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вообще странный законопроект и странная позиция правительства, к сожалению, Российской Федерации. Напомню, что законопроект был внесен в Государственную Думу еще 6 ноября 2013 года, третий год, как он лежит в Думе. Наверное, это такой законопроект правительственный старожил. И я работал долгое время в Комитете по делам общественных объединений религиозных организаций. Мы все время откладывали обсуждение или поиск компромисса по данному законопроекту. Комитет это решение не принимал. И в основе его лежала прежде всего не изменившаяся до настоящего времени позиция Счетной палаты. Счетная палата жестко на 5 страницах сказала нет, она против этого. И позиция ее весьма аргументированная.
Вот не буду долго говорить, могу лишь сказать то, что комитет по бюджету, в котором в настоящее время я работаю, стал соисполнителем по данному законопроекту, и сошлюсь лишь на заключение комитета уже по бюджету. Ну, наверное, не последний комитет. Так вот, наш комитет по бюджету отметил, что доля Российской Федерации в уставных капиталах государственных компаний и госкорпораций составляет от 50 до 100%. И принятие этого законопроекта может привести к неконтролируемому росту госдолга в связи с рисками возникновения субсидиарной ответственности Российской Федерации по долгам государственных корпораций и компаний. В этой связи оценить последствия принятия законопроекта в части дополнительных расходов федерального бюджета не представляется возможным. Также Комитет по бюджету и налогам поддерживает мнение Счетной палаты, что принятие этого законопроекта без одновременного создания законодательно установленных механизмов регулирования контроля за осуществлениями госкорпораций, госкомпаний и заимствований в иностранной валюте приведет к потере контроля и возможности регулирования долговой политики в корпоративном секторе со стороны правительства Российской Федерации. Есть еще ряд тезисов, кто вот познакомится с заключением, который дал комитет наш по бюджету, не так давно рассматривающий этот законопроект. Я могу добавить одно или несколько еще тезисов. Первое. Упоминается Внешэкономбанк. Хороший банк, все как бы вроде правильно, что он прежде всего заимствует на валюту на иностранных рынках. Так вот, недавно прошла информация о том, что, к сожалению, нашему Внешэкономбанку, а это публично было опубликовано, понадобится, в общем, доп. Эмиссия или вложение в уставный капитал. Сергей Евгеньевич, от фракции позвольте еще пару минут. Две минуты. Спасибо. Порядка 1,5 триллиона рублей. Докапитализировать Внешэкономбанк. И нам эти 1,5 миллиона или некая большая либо меньшая сумма, нам эту сумму придется в бюджете на 2016 год, видимо, искать. Это первое. Еще одно. Правительство в пояснительной записке также говорит о том, что мы уходим от этого механизма, имея в виду то, что правительство должно обеспечить контроль за заимствованием госкомпаний, госкорпораций на рынках в иностранной валюте, но при этом должны быть внесены соответствующие изменения в другие законы, чтобы компенсировать уход правительства. Но это правительство не делает. Поэтому депутаты фракции «Справедливой России» не могли не обратить на странность этого законопроекта, странность норм в нем изложенных и странность поведения правительства Российской Федерации в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Я имею в виду не только политическую составляющую, а финансово-экономическую составляющую с трудностями заимствований и так далее и тому подобное. Поэтому фракция «Справедливая Россия» ну никак этот законопроект поддержать не сможет. Спасибо. Спасибо. Ярослав Евгеньевич Нилов. В завершение только хотел обратить внимание на один момент. Очень щепетильно отношусь к вопросам, связанным с деятельностью комитета и с той информацией, которая появляется. Больше 2 лет данный законопроект, он действительно находился в комитете, но не просто лежал под сукном, как это, мы знаем, делают иногда в других комитетах. Только замминистра Сергей Анатольевич Старчак раз, наверное, 5 или 6 приходил на заседание комитета, шла постоянная работа. Мы действительно пытались найти компромисс, учитывая, что позиции изначально были противоречивые. Сегодня дискуссия в этом зале еще раз показала всю противоречивость. Поэтому каждая фракция своим голосованием определит судьбу этого законопроекта. Фракция ЛДПР воздержится от голосования. Спасибо, Ярослав Евгеньевич. Сергей Анатольевич, вы еще скажете несколько слов? Уважаемые депутаты, в рамках работы над специальным документом, который называется «Долговая политика», мы ежегодно, а фактически ежеквартально занимаемся мониторингом состояния долговой устойчивости Российской Федерации, частью которого является долговая устойчивость корпоративного сектора. Поэтому прозвучавшиеся здесь опасения, что правительство теряет контроль или отлынивает от этой работы, или не желает заниматься работой, является несколько преувеличением. Это важно,
очень нужно. Без этого в конечном итоге будет трудно самому суверену выходить на внешние рынки. Поэтому я прошу вас положительно отнестись к нашему обращению. Та норма, которая содержится, является избыточной. Мониторинг за заимствованием корпоративного сектора осуществляется и будет осуществляться на должном уровне. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования 38-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации и статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Ризван Даниилович Курбанов. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 и 17 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, установив обязанность направления образовательной организации в территориальные органы Федеральной миграционной службы России ходатайство о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации обучающихся у них иностранных студентов. Также предлагается дополнить статью 18.9 Кодекса об административных правонарушениях положением, устанавливающим ответственность образовательной организации в случае неисполнения указанной обязанности. В настоящее время законопроект прошел все необходимые законодательные процедуры для его сегодняшнего рассмотрения. У правового управления есть юридико-технические замечания к законопроекту, которые устранимы в ходе его доработки ко второму чтению. Соисполнитель, Комитет Государственной Думы по образованию, данный законопроект поддерживает. Профильный комитет Совета Федерации также поддерживает данный законопроект. На законопроект имеется положительный отзыв правительства Российской Федерации. По результатам так называемой большой рассылки на законопроект поступило 47 отзывов от субъектов права законодательной инициативы. В 36 отзывах законопроект поддерживается, в 11 отзывах к законопроекту отношения по сути не выражены. Наш комитет в своем заключении, отмечая актуальность данного законопроекта, отмечает, что законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и международным обязательствам нашей страны. На основании изложенного комитет рекомендует принять проект федерального закона в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Пока нет желающие выступить. Выносим на час голосования. 41-й. Да. 41-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Докладывает Владимир Петрович Машкарин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, рассматриваемым законопроектом предлагается наделить профсоюзы правом обращения в суд в защиту неопределенного круга лиц. Данное предложение реализуется путем внесения соответствующих изменений в статью 23 Закона о профсоюзах. Действующая редакция предусматривает возможность обращения профсоюзов по собственной инициативе, по инициативе члена профсоюза или иного работника в организации по рассмотрению трудовых споров. В основном это подразумевает комиссии по рассмотрению трудовых споров или обращение в суд по просьбе физических лиц в порядке представительства на основании доверенности. Дело в том, что сама новация обращения в суд с заявлениями в защиту неопределенного круга лиц в российском законодательстве появилась только в 2000 году. Сначала путем внесения в 42-ю статью Гражданского процессуального кодекса РСФСР и затем практически в той же редакции вошла в 23-ю статью Гражданского процессуального кодекса России, которая полностью посвящена этой теме. Гласит она буквально следующее. В случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и физические лица имеют право обращаться в суд с заявлениями в защиту неопределенного круга лиц. Для понимания того, о чем идет речь, следует дать небольшое определение тому, что законодатель подразумевает под неопределенным кругом лиц. Неопределенный круг лиц
это не просто круг лиц, непонятно какой и непонятно в защиту кого надо обращаться или в защиту любого. Нет, это достаточно широкий круг лиц, объединенный определенным групповым признаком в тех случаях, когда персонификация лиц, входящих в этот круг, затруднена или невозможна. Ну, для примера, это жители города, жители поселка, жители станицы, работники определенной отрасли или определенного предприятия. Применительно к рассматриваемому законопроекту это могут быть работники определенного цеха с определенными условиями труда. Казалось бы, кому, как не профсоюзам, обращаться в суд в защиту трудовых прав неопределенного круга лиц, допустим, всех работников определенного цеха, где нарушаются трудовые права. И при этом почему-то в законе о профсоюзах такой нормы не оказалось. Объяснение очень простое. Закон о профсоюзах, и в частности 23-я статья в действующей редакции, было принято в 1996 году и с тех пор не изменялось. А, как я сказал, новация о защите неопределенного круга лиц появилась только в 2000 году. Законодатель предполагал, что после принятия этой нормы в материальные законы будут внесены соответствующие изменения, которыми именно органы государственного управления, органы муниципальных образований, организации физических лиц будут такими правами наделены. Добавлю, что инициатива эта не нова. Буквально в апреле 2012 года мы с вами в этом зале рассматривали инициативу законодательного собрания Оренбургской области, которая предлагала профсоюзы наделить именно этим правом. Тогда все фракции, без исключения, сказали, что инициатива правильная, инициатива полезная, но наши коллеги допустили техническую ошибку и предложили эту поправку внести в 46-ю статью Гражданского процессуального кодекса, которая и так наделяет организацию правом защиты неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных законом. Поэтому надо было бы внести эту поправку в 23-ю статью закона о профсоюзах, что, собственно, группа депутатов, в которую вошел и я, и сделала. Ну, в заключение хотел бы сказать, что инструмент защиты неопределенного круга лиц очень эффективный. После того, когда в 2000 году такая новация в законодательстве появилась, наделили прокуратуры правом обращаться в суд. И сегодня, у меня нет, к сожалению, статистики федеральной, но попалась статистика по рассмотрению подобных споров на уровне одного из районных судов. Так вот, прокуроры очень часто обращаются в защиту, и практически в 90% случаев такие иски удовлетворяются. Поэтому, уважаемые коллеги, я полагаю так, что если мы с вами даже не примем эту поправку сегодня, то в ближайшем будущем, скорее всего, все равно это будет реализовано, такая поправка будет принята. Я бы расширил распространение подобных прав и на общество инвалидов, защиту инвалидов, и на физических лиц, жителей подъезда или многоквартирного дома, в защиту жителей этого дома. Поэтому инструмент нам дан, им надо просто правильно пользоваться. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Петрович. Михаил Юрьевич Маркелов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Комитет по делам общественных объединений религиозных организаций рассмотрел эту инициативу. И здесь опять-таки предлагается внести изменения в 23-ю статью о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности в части наделения профсоюзов правом обращаться в суд, как уже говорил докладчик, в защиту трудовых прав неопределенного круга лиц. В действующей статье, в действующей редакции статьи 23 предусмотрено, что в случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюза, других работников, а также по своей собственной инициативе обращаться с заявлением в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.
Также согласно пункту 1 статьи 11 федерального закона, профсоюзы, их объединения, первичные профсоюзные организации, их органы представляют и защищают права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудовым отношений в области коллективных прав и интересов. Указаны права в интересах работника, независимо от членства профсоюзов, это очень важный момент, в случае наделения их полномочиями на представительство уже в установленном законом порядке. Также основанием для представительства и защиты трудовых прав и интересов работников является членство работника в соответствующем профсоюзе, либо наделение профсоюза полномочиями по представительству и защите трудовых прав и интересов работников. Комитет наш отмечает, что круг лиц, о которых говорил уважаемый докладчик, в интересах которых профсоюзу предоставляется право обращаться именно в суд, не может быть неопределенным. Законопроектом предусматривается возможность обращения профсоюзов только лишь в суд, тогда как у нас есть статья 383 Трудового кодекса Российской Федерации, где индивидуальные трудовые споры рассматриваются не только судами, но и определенными комиссиями по трудовым спорам. Не раз упоминалась сегодня статья 23 Федерального закона о профсоюзах. Вот здесь очень сказано, также сказано, что по собственной инициативе обращаться с заявлением в защиту трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры, можно на основании вот этой статьи. Кроме того, предлагаемое в законодательстве изменение не в полной мере отвечает смыслу и задачам деятельности всех профсоюзов, создаваемых в цели представительства и защиты социально-трудовых прав граждан, интересов граждан, связанных общими профессиональными интересами. Также я хотел бы отметить, и комитет отмечает, что Федерация профсоюзов России не поддержала данный законопроект, а также комитет исполнитель по труду и социальной политике также этот законопроект не поддержал. Поэтому комитет рекомендует отклонить данный законопроект, а фракция «Единая Россия» согласна с мнением комитета. Спасибо. Спасибо. Какие есть вопросы, коллеги, и у кого? Пока нет. Кто хотел бы выступить? Нет. Нет, выносим на час голосования. У нас до часа голосования пару минут. Давайте несколько по сокращенной процедуре успеем. Разиет Хамедовна, вы готовы? Тогда 77-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Докладывает Разиет Хамедовна Надхо. С места микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, авторы законопроекта предлагают обязать медицинские организации предоставлять сведения, составляющие врачебную тайну, по запросу исполнительно-распорядительного органа муниципального образования для составления списков кандидатов в присяжные заседатели. Вместе с тем, статьей 328 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что кандидаты в присяжные заседатели обязаны предоставить информацию о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела. Также суд вправе самостоятельно затребовать указанную информацию в соответствии с требованиям граждан, предъявляемым к присяжным заседателям на основании положения пункта 3 статьи 13 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Таким образом, предлагаемое законодательным собранием Вологодской области законопроект комитет считает излишним и, исходя из изложенного, не поддерживает концепцию проекта федерального закона и рекомендует Государственной Думе отклонить его первое чтение. Также имеется отрицательное заключение правительства Российской Федерации. И хочу добавить, что от имени фракции партии «Единая Россия» законопроект тоже не поддерживается. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. 79-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 15 федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации. Докладывает Елена Андреевна Вторыгина. Микрофон с места. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данным законопроектом предлагается изменить нормы, касающиеся наступления ответственности гражданских служащих при исполнении неправомерного поручения.
Фактически законопроектом вводится обязанность гражданского служащего выполнить любой незаконный приказ, распоряжение, в том числе, очевидно, и преступный, и при этом снять с этого служащего ответственность за оценку законности исполняемых приказов и за последствия их выполнения. Предложенные законопроектом изменения исключают обязанность гражданского служащего отказаться от исполнения неправомерного поручения, что не согласуется с нормами части 2 Федерального закона номер 15 о государственной гражданской службе Российской Федерации. Принятие данного законопроекта может создать предпосылку к увеличению фактов сознательного нарушения гражданскими служащими законодательства Российской Федерации. При письменном подтверждении таких действий со стороны руководства, что не негативно скажется на соблюдении принципов гражданской службы. Уважаемые коллеги, учитывая изложенное, комитет не поддерживает принятие данного законопроекта и предлагает Государственной Думе его отклонить. Фракция «Единая Россия» также не поддерживает данный законопроект. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Следующий, 81-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и признании утратившей силу части 5 статьи 7 Федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс России, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. Александр Николаевич Абалаков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, комитет предлагает отклонить данный законопроект. Законопроектом предлагается снять ограничения на способ управления многоквартирным жилым домом в зависимости от количества квартир. Но комитет говорит, что отмечает, что способ управления вообще зависит сильно от количества квартир и определяется эффективностью управления домом. Кроме этого, если мы это ограничение не снимем, то это не позволит реализовать положение статьи 40 Конституции и не позволит эффективно органам местного самоуправления эффективно решать задачу обеспечения жильем граждан Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Александр Иванович Фокин был только что в зале. Ушел? Или вышел? Хорошо. Объявляю час голосования, коллеги. Прошу подготовиться. Вопрос второй. Проект постановления Государственной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Романа Валерьевича Антонова. Включите режим. Покажите результат. Постановление принимается. Третий. Проект постановления о заместителе председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Включите режим голосования. Покажите результат. Постановление принимается. Давайте поздравим Юрия Петровича с избранием. Пожелаем успешной работы. Спасибо. Четвертый вопрос. Проект постановления заместителя председателя комитета по энергетике. Включите режим. Покажите результат. Постановление принимается. Давайте поздравим Валентина Степановича с избранием. Пятый. Проект постановления об изменениях в составах некоторых комитетов Государственной Думы. Включите режим голосования. Покажите результат. Постановление принимается. Шестой. Проект постановления
а заместитель председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Включите режим голосования. Покажите результат. Постановление принимается. Вот и Михаил Иванович Сердюк вернулся в зал, почувствовал, что будут поздравления в связи с головокружительной карьерой. Поздравляем вас. Работайте хорошо. Седьмой вопрос. Проект постановления об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к скупщине Черногории, парламентариям государств-членов Организации Североатлантического договора и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Включите режим. Покажите результат. Постановление принимается, и пусть парламентарии нас услышат. Восьмой вопрос. Проект постановления о календаре рассмотрения вопросов Государственной Думы с 1 по 23 декабря текущего года. Включите режим. Покажите результат. Постановление принимается. Девятый. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. По мотивам выступает Вера Анатольевна Гандзя. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, будущий год будет очень сложным. И от того, какую базу мы сумеем заложить в этом году, в 2015 году, будет зависеть и то, как будут решены насущные и самые болевые проблемы в следующем 2016 году. И я вам скажу, что изменения в бюджет очень ждали 2015 года именно. Ждали люди, ждали предприятия, ждали целые отрасли. Вот здравоохранение и образование дождались изменений в бюджет. Уже образование четвертый год уменьшается, финансирование на образование. Здравоохранение тоже не может похвалиться серьезными вложениями. Поэтому как можно говорить о том, что будут выполняться самые необходимые задачи решаться? Здесь это сложно. Сельхозтоваропроизводители тоже ждали изменений. Они надеялись все-таки на то, что финансирование поможет решить проблему импортозамещения, что наконец будут наши отечественные продукты в полной мере, но тоже, к сожалению, не дождались. Промышленники 49% износ основных производственных фондов, но тоже они ничего не дождались. Социальная сфера, пенсионеры, 5% за год увеличение пенсий, но никакая инфляция здесь, так скажем, рядом не стояла. 12% инфляция, а сейчас тем более очень сложная ситуация. Ложка дорога к обеду, пенсионеры ничего не дождались. Дети войны, заветные 140 миллионов рублей. Ждали, ждали дети войны, строчки этой в бюджете, в изменениях в бюджет, тоже не дождались, к сожалению. С волнением смотрели на изменения в бюджет и закредитованные регионы. 52 миллиарда. Тоже никак проблему не решит при цене вопроса 2,2 триллиона. Наша поправка, которая была призвана хотя бы чуть-чуть помочь регионам, к сожалению, тоже не прошла. Надежды растаяли, как белый дым. Но зато получили свое снова наши госкорпорации. Снова внесены деньги в уставные капиталы, например, РЖД. 650 миллионов, хотя предыдущие взносы, кассовый расход на 1 октября 4,5%. 17 миллиардов взнос в Азиатский банк, 12 миллиардов взнос в новый банк развития. Вообще лично я надеялась, что неиспользованные деньги вместе с процентами будут отозваны и направлены тем, кому они более нужны. Изменения, мы считаем, носят технический характер, приоритеты финансирования не меняются. Разум протестует против таких изменений. Фракция КПРФ будет голосовать против. Спасибо. Спасибо. Александр Георгиевич Тарновский.
выступает. Впереди не обидятся, нет? Нет, нет, нет. По очереди записавшихся вызывают. Хорошо. Пожалуйста, Александр Ильич. Понятно. Уважаемые коллеги, в настоящий момент мы завершаем обсуждение вопроса о внесении изменений в бюджет 2015 года. Это уже третье изменение. Напомню, законопроект был внесен 10 октября. Мы рассматривали в первом чтении 23 октября. И напомню, на чем мы остановились. Тогда, кстати, проголосовало 238 лишь депутатов, то есть фракция «Справедливая за», остальные не проголосовали. Было нам сказано, что речь идет о трех главных поправках. Они важные. Дать денег Пенсионному фонду России, межбюджетный трансферт на 124 миллиарда рублей, дораспределить деньги для регионов, перевести также около 30 миллиардов рублей в два банка БРИКС и Азиатский банк реконструкции и развития. Дело важное, дело хорошее, и все бы, может быть, было бы так, но не совсем так, потому что третье изменение, за которое мы сейчас будем голосовать, это точно так же законопроект на сотни страниц. Точно так же мы полномасштабно, все комитеты, и отраслевые, и наш бюджетный комитет голосовал и готовил заключение. Вот могу. Раиса Васильевна, сколько у нас страниц заключений комитета по третьему изменению? 2 килограмма, вот Раиса Васильевна говорит. Но в переводе это 168 страниц заключения комитета по бюджету. То есть было полномасштабное рассмотрение всех нюансов, всех позиций, всех предложений. И можно констатировать лишь одно. Мы очередной раз упустили возможность или не захотели увидеть возможность нашу что-то поменять, как-то развернуть правительство, правительственный курс страны на зарабатывание, на движение вперед. Поэтому мы остались на той точке, которой мы тогда находились. Мы идем, мягко говоря, под откос. Вчера нам вице-премьер Дворкович сказал, что возможно падение также добычи нефти. 2 часа назад или там 4 часа назад министр Силуанов сказал, что вот есть тема актуальная, надо объединить федеральную налоговую службу с федеральной таможенной службой. Мы можем представить, что сейчас, если это будет сделано, на год чиновники будут доходных ведомств, которые будут должны собирать нашу доходную часть бюджета, а бюджет у нас дефицитный, будут заниматься именно этим, а не собирать так не хватающие нас деньги. Действуем по-прежнему, стремимся не менять ничего. Единственное, наверное, надеемся на рост цены на нефть, который не будет. Поэтому, если фракция «Справедливая Россия» тогда, 23 октября, не голосовала за данный законопроект, то сейчас мы будем голосовать против. Пришло время что-то менять, и чем быстрее мы поменяем курс на экономический рост и возьмем новую позицию, поменяем позицию правительства, тем будет лучше для страны. Мы против. Андрей Михайлович Макаров. Каким удовольствием смотреть, он выходит на трибуну. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я просто понимаю, что сегодня это последний раз. Вы знаете, коллеги, вот что хотел сказать. Ну, не летим мы под откос. Ну, Александр Георгиевич, ну никуда, ни под какой откос мы не летим. Ну, не волнуйтесь вы, не волнуйтесь. Это первое. Второе. Ну вот помните, сколько? Вот 18 лет в этом зале звучало, что на следующий год, если мы примем такой бюджет, в стране будет голод. Не наступил голод. Не надо пугать нас. Тем более, сейчас уже мы никого не пугаем, кроме самих себя, журналистов уже нет. Поэтому и так страшно. Поэтому, коллеги, на самом деле я хотел бы вернуться после этих горячих выступлений, замечательных выступлений, к тому закону, который мы с вами рассматриваем. Вот даже если бы в этом законе было то, что впервые Государственная Дума перераспределила регионам 45 миллиардов рублей на помощь, вот если бы даже только в этом законе был только этот вопрос, который решается непосредственно законом, вот уже за этот закон стоило бы проголосовать, потому что об этом говорили все фракции. Я не буду сейчас, наверное, напоминать все о том, что необходимо дать деньги дополнительно в пенсионный фонд, чтобы не было вопросов до конца года с пенсиями. Я не буду говорить сейчас о тех объектах, инвестиционных объектах, куда за счет перераспределения мы нашли деньги. Наверное, нет смысла рассказывать, как мы снимали средства
с тех источников, где они не тратились или тратились неэффективно, и направляли их на те цели, которые действительно нужны людям. Коллеги, у меня есть одно конкретное предложение. Оно, откровенно говоря, так же мало относится к данному закону, как и предыдущие два выступления. Я предлагаю найти тему для пиара другую, нежели бюджет страны. Вот бюджет страны для пиара – это слишком дорого для страны. Вот это единственное, о чем хотел вас попросить. А о том, что необходимо этот закон принимать, я думаю, понимают прекрасно все. Ну а голосовать или не голосовать, в конце концов, это дело каждого. Партия «Единая Россия», которая уполномочила меня сделать это заявление, понимая свою ответственность перед людьми, перед гражданами страны, проголосует за этот закон. Надо как можно быстрее, чтобы законопроект, который мы рассматриваем сейчас в третьем чтении, стал законом, и как можно быстрее эти средства попали туда, где их будут реализовывать. Еще раз хотел бы поблагодарить все фракции за очень серьезную совместную работу над законопроектом. Я надеюсь, что нам удастся ее продолжить в рамках подготовки проекта бюджета 2016 года. Спасибо. Спасибо. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Коллеги, предоставляю слово Антону Германовичу Силуанову. Антон Германович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты. Хотелось бы вас поблагодарить за оперативное рассмотрение поправок к закону о бюджете и поддержку этих поправок сегодня при голосовании. Действительно, наша задача сейчас состоит в том, чтобы как можно быстрее довести эти деньги до получателей, как можно быстрее обеспечить стабильность работы пенсионной системы, субъектов Российской Федерации, а также обеспечить деньгами те инфраструктурные проекты, которые мы планируем в этом и в следующем году. Уважаемые депутаты, как мы и договаривались вместе с поправками закона о бюджете, мы распределили дополнительные средства по кредитам субъектам Российской Федерации. Это было также сделано вместе с поправками в бюджет текущего года. Поэтому мы считаем, что в условиях действительно сокращающихся наших возможностей, в условиях снижения доходов мы выделили самые приоритеты, ключевые задачи, по которым мы должны помочь бюджетными деньгами. И мы это сделали. Еще раз хотел вас поблагодарить за эту работу. И хочу сказать, что надеюсь тоже на конструктивное взаимоотношение при подготовке бюджета 2016 года. Там стоят у нас более важные задачи, более масштабные. И также надеюсь, что мы вместе будем искать их решение. Спасибо большое. Антон Ильич, спасибо, что пришли, и спасибо за то, что выразили благодарность депутатам Государственной Думы. Спасибо. По ведению Николай Васильевич Коломейцев. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, здесь Андрей Михайлович, хоть он и председатель комитета, никто не давал права оскорблять коллег. Он в выступлении сказал, что их выступления не имели никакого отношения к бюджету. Я лично так не считаю. И считаю, что Вера Анатольевна вполне в рамках закона выступала и называла конкретные статьи. Поэтому он должен извиниться перед коллегой. Спасибо. Оскорблением это признать нельзя, Николай Михайлович. И ваше выступление не по ведению. Да, потому что поведение выступления – это претензии к председательствующему. Да? Я делаю вам тогда замечание. Андрей Михайлович никого не оскорблял в своем выступлении. Более того, он сегодня был настолько нежен и миролюбив, как никогда. Спасибо, что поддержали. 10-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в главу 25, части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Ставлю на голосование. Включите режим. Третье чтение. Покажите результат. Закон принят. 11-й проект федерального закона о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Включите режим.
Покажите результат. Закон принят. 12-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 25 и 26 Закона Российской Федерации об организации страхового дела в Российской Федерации и статью 15 Федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 13-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 1244 и 1263 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 14-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех и статью 3 федерального закона о внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Включите режим. Я сейчас услышал, сказали, там удалят и сало. Мне тут вчера предложили, чтобы у ведущих была желтая и красная карточка. Горчичник. Покажите результат. Закон принят. 15-й. Проект федерального закона о проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории России. Включите режим. Понял. Покажите результат. Закон принят. 16-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 25 федерального закона о порядке выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и статью 13 федерального закона о правовом положении иностранных граждан в России. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 17-й. Проект федерального закона об образовании постоянного судебного присутствия арбитражного суда Архангельской области в Ненецком автономном округе. Включите режим. Спасибо. Пока. Покажите результат. Закон принят. 18-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 19-й. Проект федерального закона о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 20-й. Проект федерального закона о ратификации соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Включите режим. Покажите результат.
Закон принят. 21-й. Проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в оказании услуг по ледокольной проводке судов в Балтийском море. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 22-й. Проект федерального закона о внесении изменений статьи 3 и 35 Закона Российской Федерации о таможенном тарифе. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступление по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Не, а сейчас, мы только сейчас голосуем второе. Не, мы быстро и так. Мы не видим никого. Покажите результат. Закон принят. 23-й. Проект федерального закона о внесении изменений в часть первую статьи 342 части 2 Налогового кодекса России. Включите режим. Второе чтение. Куда пошли? Поздравлять готовится? Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступление по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 24-й. Проект федерального закона об особенностях перечисления в 2016 году прибыли, полученной Центральным банком Российской Федерации по итогам 2015 года. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Выступление по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 25-й. Проект федерального закона о приостановлении действия части 1 статьи 26 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации и внесении изменений в статью 2 Федерального закона о внесении изменений в статьи 26 Федерального закона о Центральном банке России. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступление по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 26-й. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса России. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступление по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Покажите результат.
Закон принят. 27-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 33 федерального закона об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации, статью 58 федерального закона о страховых взносах в пенсионный фонд, фонд социального страхования и федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Второе чтение. Включите режим. Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступлений по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 31-й. Проект федерального закона. Прошу прощения. Да, извините. 28-й. У меня изъяли страницу. 28-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об объединениях работодателей и признании утратившими силу отдельных положений федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Что-то Андрей Константин. Да, он куда-то ее... Да ладно, ничего. Я сейчас повыше, а потом дальше пойду. Нет, конечно. Это я не к тому. Да. Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступление по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Да. Подскажите результат. Закон принят. 29-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статьи 3.5, 15.25 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях и статьи 12.23 федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле. Включите режим. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Выступлений по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. Покажите результат. Принят во втором. Закон принят, прошу прощения. Далее, 30-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений статьи 26 и 28 федерального закона об общественной палате Российской Федерации, статью 8 федерального закона об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Если надо, ставьте пометки. Да. Я же... Покажите результат. Принят во втором чтении. Выступлений по мотивам нет. Ставлю на голосование в третьем. Включите режим. У меня есть. А все остальное по порядку. Хорошо, следите. Покажите результат. Закон принят. Дополнительно внесенный в повестку проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включить режим. Второе чтение. Покажите результат. Принят во втором чтении.
Далее голосуется законопроект первого чтения. 31 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 20 федерального закона о безопасности дорожного движения. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 32-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 77 Кодекса внутреннего водного транспорта России. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 33-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 14 федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации. Включите режим. А вот здесь. А может здесь? Покажите результат. Принят в первом чтении. 34-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 35-й вопрос. Проект федерального закона о признании утратившим силу отдельных положений федерального закона о некоммерческих организациях и федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о некоммерческих организациях и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 36-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 38-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в России, статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 39-й. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о средствах массовой информации и Кодекс Российской Федерации административных правонарушений. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 41-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Включите режим голосования. Виктор Михайлович говорит, понял, Райан. 52-й? Да, там еще мы три прошли, не фиксированное время. Покажите результат. Законопроект отклонен. 52-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Включите режим.
Покажите результат. Принят в первом чтении. 53-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 3.5 и статью 20.17 Кодекса России об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 54-й проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Включите режим. Так, сокращенный, 77-й. Покажите результат. Принят. Закон принят. Далее, 77-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонен. 79-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 15 федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации. Включите режим. Лист не обнаружился ваш? Кто? Лист, ну, я не стал искать. Не, он, видимо, не... Ну, где-нибудь... Не-не, Сергей Андрей проставлял, он нечаянно. Ну, может быть, да. Не важно. Покажите результат. Законопроект отклонен. 81-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса России, признание утратившим силу части 5 статьи 7 федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включите режим. Я его опять не вижу. Как, не жить, да? Сидит. Покажите результат. Законопроект отклонен. Слушаем 82-й вопрос повестки. Проект федерального... Александр Иванович, в зале? Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Александр Иванович Фокин. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается законопроект под номером 194-694-6 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, внесенный нашими коллегами, депутатами Липецкого Совета народных депутатов. Хочу отметить, что законопроект был внесен в 2012 году. За это время, конечно, мы очень много поработали над этой тематикой. И хочу напомнить, что в 2014 году, фактически в этой же плоскости, нами был принят закон 219 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон об охране окружающей среды. Поэтому законопроект, который предложили нам депутаты, Совета депутатов Липецкой области, он утратил свою актуальность. Поэтому, уважаемые коллеги, предлагаю проголосовать против. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Уважаемые коллеги, мы сегодня очень содержательно утром поработали на совместном расширенном заседании палат. Здесь плодотворно поработали, уничтожив один перерыв и сократив второй перерыв. В этой связи мне совсем не стыдно предложить вам вот на этом сегодня завершить работу, если кто-то не будет возражать. Вроде? Спасибо. Завершаем. Желаю всем хорошей работы в регионах. Спасибо.